Если представители контрольного комитета местной администрации вооружились смартфоном с камерой, значит, идет рейд. Главное место на фото автомобилем, оставленным на зеленых зонах. Это нужно для того, чтобы зафиксировать нарушения. Рейд прежде всего призван для проведения воспитательных целей мероприятий, поскольку нет задачи наказать водителей финансово, а есть задача обратить внимание на эту проблему как жителей, так, собственно, и, как сказал исполняющий полномочия главы города Максим Юрьевич, что этот вопрос будет администрации решаться. Вопрос стоянки транспортных средств на территориях вот как это. Когда-то на такой выбор места для парковки, может быть, и не обратили бы внимания. До 2018 года судебная практика складывалась в пользу водителей, пока в Тамбовской области не приняли закон о правилах благоустройства. Нарушение этих правил автомобилистами влечет штраф до 5000 рублей. Я еще раз повторяю, я когда приезжаю ночью, мне где автомобиль бросать? Вот там вот на дороге, там знаки стоят. Выходит, остается только выбирать, что конкретно нарушать – ПДД или правила благоустройства. Оборудованной парковки рядом с высотными новостройками на юге Тамбова нет. Если оглядеться по сторонам, понимаешь, места на Астраханской 263 не хватает никому. К слову, это единственное во всей округе подобие детской площадки. Недовольство, считают в администрации Тамбова, стоит адресовать прежде всего застройщикам. В наше время такие ситуации отнюдь не редкость. Многоэтажки растут, а жить становится все более тесно. Когда мы вечером приезжаем, конечно, мест нет. Начинается квест найти где-то парковочное место. Поэтому я думаю, если они поставили, нам они не мешают, в принципе. Ставят. Решение, но зеленую зону вот это убирать и асфальтировать, и делать парковку. Свое видение на решение проблемы вскоре представит и администрация. Пока же водители призывают проявлять уважение к соседям и окружающей среде и не ставить автомобили там, где пусть и номинально, но установлены зеленые зоны. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, область новостей.